Видите, какой клевый кар. Значит, это у нас отель Юник Майне Резорт. Идем смотреть, что у нас тут по ресепшену. О, у нас русскоговорящий. Скайбар сейчас у нас не работает, потому что мы там все по-новому устраиваем. И вот так же с фитнесом и детская зона. Пока сейчас они закрыты, да, через пару недель максимум откроются. Вот, спа у нас внизу прям, вот, наверное, есть отель для взрослых и для детей. Пляжи, все. Полотенце бесплатно. Там, естественно, конечно. Пен, тапочки. Тапочки, халат, цель, все есть. Чай, кофе в номере бесплатно, буду менять каждый день. Так что добивайте, буду смотреть номера. Смотрите, кровать. Ой, такая софа. Зона ТВ, шкаф. Бар. О, какой балкон. Какой балкон. Какой балкон. Потрясающий. Смотрите, сразу я вам покажу пляж. Отсюда же. Ой, отсюда же мы видим с вами бассейн. В принципе, мы с вами территорию посмотрели в рамках одного номера. Пошлите в ванну. Ванная мечта. Такая она. Полу в джакузи, полотенце. Отдельно здесь у нас унитаз. И такие очаровательные мелкие раковины. И полотенце. Смотрим ресторан. Это ресторан для завтраков с видом на море. Очень быстро так проходимся по территории. Рестораны и двигаемся туда. Специальное меню для гостей этого ресторана. Мы смотрим тот же стандартный номер, только у нас здесь. Так, сейчас мы разберемся, как его открыть. Только здесь очень большой балкон. Не знаю, насколько будет различие по стоимости. Это, ну, скажем так, боковой вид на море. Вот мы видим чуть-чуть. Так, здесь крыша. Смотрите, балкон, конечно, не знаю, ну, где он такой большой балкон. Так, номер точно такой же. Угу. Здесь у нас, в принципе, все то же самое. А здесь у нас вместо ванной душевая кабина. Очень симпатично. Еще один ресторан, тут их два. Как тут прям парадно. Парадно, и здесь видно бассейн. Пойдемте с ним ближе покажу. Смотрите. Зона бассейна. Барная зона. И вот он, собственно говоря, пляж. Первая береговая. Давайте даже прогуляемся с вами. Очень быстро прогуляемся. Так как и везде, широкая песчаная полоса. Кстати, про волны. Сказали, что с апреля по ноябрь здесь волны. И это рай для кайтеров. Мы посетили отель Юник. Что хочу сказать, мой комментарий. Мне очень понравились номера. Есть огромный, просто огромнейший номер с балконом, с шикарным. Я даже не знаю, может быть, он такой и не нужен. Что еще понравилось? Здесь есть два ресторана, есть спа. В принципе, весь комплекс услуг достаточно большой. Территории у отеля фактически нету. То есть, вот все, что вы видите за моей спиной, это отель. Он четырехэтажный, но не корпусной. И он просто... Вот вы как зашли, и вот, в принципе, вы можете его пройти и до пляжа ровненько-ровненько. На втором и первом этаже есть рестораны, есть небольшой барчик, зона бассейна, детского бассейна, зонтики, лежаки, шезлонги, пляж. Все. Но в среднем, даже не в среднем, я бы сказала, что
Хорошо, спокойно, причем это окраина Муйне, здесь очень хороший пляж, здесь много кайтеров, если вы увлекаетесь кайтрингом или другим экстремальным видом спорта. Поэтому мне понравился достойный вариант. Просто, хорошо, аккуратно, я бы так характеризовала. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.